Итак, всем привет, это Witchfire, и сейчас мы пройдем Алый Берег на 100% с Гносисом 4. То есть это максимальный уровень сложности на данный момент. Ого. Больше ничего интересного. Я пока убрал железный колб, просто он слишком сильно сажает производительность. Непозволительная роскошь. Как это на той стороне сундук? Билд на молнию мне очень нравится. Перья — это замечательно. Так, пока подумаем. Она нас замечает, и это хорошо. Идет. Не критический урон тоже хорош. Нам нужно максимально копить бедствие. Так что все проклятые предметы будем поднимать. Но удача пока на нашей стороне. Так, кубок. Но здесь требуется не кубок. Здесь не кубок. Хорошо, сюда еще тоже вернемся. Смотрим на наличие проклятых предметов и здесь. Хороший гриб. Так, здесь чисто, хорошо. Билд на молнии прикольный. Если наловчиться, будет интересно. Ха-ха.
О, сейчас будет галеон. Хорошо. Промазал. Эх, не повезло. Больше ничего не выпало. Ладно. Увеличение крита. Отлично. Так, я думаю, время использовать зеркало, чтобы вызвать бедствие. Мечники. Так, тут случайно бочку взорвали. Осторожно, пусть сначала погаснет.
Перьев нет. Ладно. Так, на карте должен был появиться хранитель мертвых. Надо, чтобы он нас заметил, чтобы... Короче, он нужен именно для того, чтобы повышать уровень бедствия. Но нельзя его убивать. О, патроны, как по расписанию. Сундуков мало. Кажется, я понял, куда их спрятали. Хорошо. Куда пойдем? В общем, хочешь больше бедствий, надо совершать ошибки. То есть объясняешь, что это значит. Ну, как я сейчас нажал заклинание, оно не сработало. Она расценит это как за ошибки. И вот бедствие. Еще одно. Этот проклятый предмет пока поднимать не будем. Пока. Чем больше бедствий, тем больше награда. А нам нужны перья. Да, много перьев. Так, что за бедствие? Только не делай меня слабым. Нормально. Где махер? Отлично. Так, здесь окей. Супер. На карте хранитель мертвых появился? Еще нет. Ждем его появления. А пока можно заняться всяким интересным. Ну, типа такого.
Так, не покидать место ритуала. Отлично. Хороший гриб. Получение урона пройдет. Без урона, значит. Ну вот. Надо ловушки сразу уничтожать. Ну, ладно. Окей. Одно провалено. Ничего страшного. Уж этот крик. Жесть. Там где-то был хороший гриб. О, патроны. Листник элиты. Еще одно бедствие. Так, это снова призрачный корабль Галеон. Последняя манифестация. Блин, надо подумать. Блин, не везет. Идти бы к нему поближе. Перья — это хорошо.
Хороший гриб. Скорость перезарядки бы. И патронов. Так, я примерно понял, где хранитель мертвых. Ладно. Давай, бедствие, бедствие, бедствие. Надо делать во время боя все бедствие. Так, я забыл про проклятый предмет. Только с помощью бедствия можно выверить идеальный билд. Пока что все окей. Вот здесь. Нет. Эх, я не могу разблокировать. Уже что-то. Рискнем. Черт. Перезарядка в рывке. Вот это вот прикольно. Автомат, револьвер. Да, по сути, он на все подходит. Ну, кроме того, что это триггерит перезарядку. Новый револьвер, который... Иногда немного неудобно. Где ли я его взял? Так, я забыл.
Сначала всех залутаем, потом хранилище ведьмы. Сначала давай сбегаем за патронами. Нам все равно будет достаточно. Здесь всего 5 ящиков патронов. А он демонические патроны уже надо тратить. Вернули голову. О, не люблю это. Но есть одна хитрость. Надо не ходить, не бегать, а именно прыгать. А вот и ты. Крест, еще один. Окей. Так, вот он, хранитель мертвых. Следующее бедствие. Чувствуйте их дыхание у себя на шее. Я здесь что-то слышал. Прям показалось. Чего только нет, ну то, что нужно, не появилось. Сигнакула пока нет. Ладно.
Так, видимо, ко мне патроны идут. Бедствие. Блин. Придется бежать к бедствию. Надо уничтожить защитников. О, сколько вас там? Так, давай смотреть. Нет, мне здесь ничего не нравится. Перьев нет. Хотя... Ну пойдем в хранилище.
Или больше ничего нет? Так, ну да, все окей. Thank you.
арканами не повезло, конечно. Да ладно. А я тут еще не был. Так, что тут еще есть? И сундуки сюда запрятали. Зачем? Вызываем еще одно бедствие. Летел. Пока. Кстати, а где хранитель? А, нифига, куда-то ушел.
Пойдем ему навстречу. Это какое уже по счету бедствие? О, я уже запутался. Так, нет, он в другой стороне. Ой, как хорошо вот этих привратников нет. Они такие бесючие. Блин. По пути можно хранителя увидеть. Окей. Тогда отсюда пойдем. Ну, что-то с чем-то. Хотя бы это можно использовать. Ну, не то, что я бы хотел видеть сейчас. Ясно, он застрял, но надо, чтобы он оттуда вышел. Бывает такое. Бывает, это баг, потом исправим. Ой. Арбалет — такое крутое демоническое оружие в таких ситуациях, когда нужно быстро уронить толпу. Очень помогает. Так, получается, все. Все самое вкусное взяли. Сигнагул так и не вывели, к сожалению. Да. В любом случае, давайте сбегаем за патронами. Потом, возможно, появится хранитель мертвых. Еще одно бедствие. Так, опять корабль. Корабль-призрак.
Хранитель мертвых еще не появился. Ну все, по сути, можно его уже убивать. Он нам больше не поможет. Надеюсь, с него упадут перья. Особенно эти шарики, способность оружия не действует. Или пока нет? Ну, мы подождем. Вызываем еще одно бедствие. Игра жалеет меня, не дает совершать ошибок. Все. Есть. Хранитель мертвых не появился, к сожалению. По сути, это идеальное место для битвы. Есть зачем укрыться, также взрывные бочки. Так, это что за бедствие? Дима? Хранитель мертвых не появился, черт. Еще одно бедствие. Боевая концентрация пришла. Опс.
тяжесть на своих плечах. А вот это плохо. Это очень плохо. Это ассасины вроде бы. Самый хреновый катализатор. Да. Что-то перья так и не падают. Ладно. Хранитель появился? Да. Ну вот. На эликсиру так и не падает. Так, ну все, пойдем к боссу теперь. Не такой билд, конечно, я хотел показать на Алом берегу. Ну как получилось? Выглядело как ульта. Можно сюда еще вызвать бедствие.
Ну, вот каким-то таким получилось видео «Алый берег» на 100%. Вот холодеет. Вот это плохо. Но они к нам не придут, к сожалению. А раньше, до обновления, можно было здесь битву устроить вместе с боссом, да еще и с бедствием. Вот это экшен. Ладно, пора заканчивать. Где-то еще было 4 сундука. Интересно. Вот как-то так. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк. И до новых встреч в новом видео. Замок на 100%. Будем ждать новых обновлений. Знаете, этот автомат мне теперь тоже нравится. Он неплох. Хорош. Что ж, всем пока.